Четыре человека ранены из-за взрыва в точке быстрого питания на рынке в городе Лабинске Краснодарского края. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в кафе «Чебуречный». Ожоги получили 4 человека, их увезли в местную больницу. Рядом стоящие строения не пострадали. В ликвидации последствий происшествия задействовано 36 человек и 9 единиц техники, от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.